Ребятки, всем привет, с вами Александр, и давайте-ка мы сейчас сразимся с Саламандрой. Так, это я у себя в аккаунте, так, до какого там уровня дошел? До 7-го, наверное, короче, не знаю. Сейчас мы проведем два боя амфибиями, то есть вот три самых сильных будут у нас вторым боем, а сейчас я взял вот три разных. Метабзавр 40 у меня сейчас занят после одного боя, да, ну, Горгазуха не хотел брать, потому что... У нас он будет следующим. Так что взял вот таких вот два максимальных мастодонзавра и крутозавра. И метапозавр 30. Не знаю, хоть одного мы сможем тут сейчас пробить. Давайте будем смотреть. Здесь у нас всего лишь второй, точно, да. Здесь все нормально, все нормально. Это в гостевом аккаунте я там нараздавал. Нараздавал, короче, хищниками, так что просто караул. Так, а здесь можно, короче, немножко повоевать. Все красиво выглядит метапозавр, смотрите, такой блестящий. Как настоящий. Блестящий, как настоящий. Но очень крохотный. Реально, на один зуб. Таких можно проглотить сразу несколько подряд. Так, мы, в принципе, можем выдержать довольно много ударов. Попробуем немножко отсидеться, что ли. Так, ты вообще собираешься нас атаковать или нет? 6. У него 6. И что? 7 даже. Ничего себе. Ну, нормально. Ай, супер удар. Сразу супер удар. Классно выглядит у него. Очень свирепо. Напоминает мне какого-то быка на Родео. Отлично. Минус 1. Да-да, точно, я вспомнил. Это у себя в аккаунте я специально провел всего лишь один бой, чтобы получить награду. А дальше, в общем-то, его специально не пробивал. Отлично, смотрите, как я его угадал. Так, что он сейчас будет делать? Ответит ли он нам или нет? Прикольно будет, если сейчас одни суперки будут. Нет, всего лишь на 4, подлец. Так, а ну посмотрим, сейчас два фиолетовеньких будут сражаться. Так, ну крутик выглядит даже как-то поинтереснее, что ли. Не знаю, чем-то он мне больше нравится. Так, ну у него уже удар, косарь. Был 300, а уже косарь. Да, вот тут быстренько мы так... Трое увеличили ему силу. Так, уровень босса 5. И таки пробил нас. Обидно получилось. Так. Ну что ж. Мастодонзавр против Саламандра 16. Снова, до сих пор мы справляемся там за 2. Не знаю, блин, не остался. Сколько там, 1 или больше. В общем-то, мы этого пробили. И следующую атаку должны выдержать. Сколько-то у него сейчас сил удара уже будет. Уровень босса 6. Подлец. Не знаю, давайте проатакуем, иначе он нас просто съест. И да, хватило у нас, смотрите, 3590 сил удара. И вот мы дошли уже до 7-го, да? 7-й уровень босса. И атака на все 6. И снова суперочка. Нет, а почему-то он так, ну, не крутился. Странно. Ну, пусть будет так. Всего лишь несчастных 22 тысячи. Но нам еще за это насыпают гены. Так, берем вот так, берем вот так, и... Ну и чё? И вот так. Хорошо стоите.
Прикольно, да? Такой довольно высокий, оказывается, пристазух. Помните, каким был метапозавр крохотный? Кстати, у нас все вот эти три амфибии высокостоящие. Знаете, есть крокодилы, у которых лапы по бокам, как у ящериц. А есть такие, как это, не знаю. А есть существа, у которых лапы, как у млекопитающих, под туловищем находятся. Ну, как у пристазуха, например. Да, и он, в общем-то... Он, в общем-то, нас за два удара пробивает, потому как бы здесь шутки плохи. Так. Отлично. Ну, я все равно тут бы да и лишний балл потратил, а я бы и за два. Jurassic World Get Shop, или что там написано было? Shop. Gift Shop, точно. Здесь люди, здесь есть слонубла. Прикольно. 5 атакует на 3. Хорошо, ну было бы круто, если бы мы каждым нашим, короче, диносом, ну, амфибией, пробили хотя бы по одному. Но, увы, стапозавр, походу, не справился. Ух ты, прикольно. Прикольно. Прикольно было. Но было очень недолго прикольно. Забавно скачут они тут, да? Ну, Горгазух, может, пробьет двоих, хотел сказать. Нет, так точно не пробьет двоих. Ну, я надеялся все-таки его пробить. Ну давай, атакуй. 6 баллов. И он не проатаковал. Вот это я, может, и зря сделал, 4 балла в защиту поставил. Ну, 2 я выдержу, давай. На 5. Ну, в принципе, все отлично. Все у нас хорошо. Раз, два и раз, два. Ну, в следующего что-то, наверное, вряд ли мы пробьем. 9 уровень босса. У меня просто слишком сильный удар будет. Мы 2 не выдерживаем уже. Да, вот, к сожалению. Но если бы чуточку у него был меньше удар, то мы бы справились. Ну, в общем-то, вот такая вот у нас была битва с боссом. Следующую серию я прямо сейчас запишу. Она будет у нас про битвы с птерозаврами. Но она там тоже уже получится, конечно, короткой, с таким-то уровнем босса. Так... А давайте глянем, у меня стоит награда этого босса? Да, у меня стоит вот награда босса, саламандра, 2 омеги, ух ты, 2 акулки, статуя, смерть Додо, да, как-то так было написано, водоворот, ну, нормально, кого мне здесь нет, вопрос на засыпку, альфа, омега, ну, джаггернаута нет, это понятно. Кого-то еще. А, мне летунов здесь нет. Но они у меня вроде как есть. А, вот один летун есть. Это у нас Валькирия. А Птеродоустра у нас пока что у меня здесь нет. Ладно, ребятки, на этом все. Всем пока.